Всем привет, с вами Олеся, и это проект «Сбросить лишнее 2». И сегодня вы сами решите, кто покинет проект. Чувство, что что-то произошло не так, потому что накруток никаких не было, а объявили, что есть накрутки. Люди выразят свое мнение, это будет объективно, а что там было, я не знаю. Ну как коллектив решит, так и будет, посмотрим. Так, ребят, вы сделали свой выбор, наш проект, к сожалению, кидает Андрей Таран. Против него проголосовало 8 человек, 5 человек проголосовало против Ксении Ивановой. Андрей, каково это вот уходить сейчас на этом этапе? Вроде только-только начали. Как это говорят? Такова жизнь. Ну, второй раз уже не так страшно. Неприятно, обидно. Ну, все равно же я худею. У меня плюса, слава богу, нету, и хорошо. Ну, будем дальше продолжать худеть. Приятно, что команда тебя выбрала? Да, приятно. Честно, приятно. Вы с Андреем там ноздря в ноздрю шли. Каковы ощущения? Как вот когда сказали, что ты победитель зрительского голосования, и ты остаешься в проекте? Но у меня сразу какие-то сомнения возникли, что у Андрея может быть что-то не так. Я буду стараться совместно с нашим доктором, чтобы я больше не попала в эту номинацию.